это невероятно, просто до слез. Это сильно, очень сильно, я просто рыдаю. Так реагировали зрители на выступление шамана в Кремле. После просмотра, друзья, пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно будет что сказать. И обязательно поставьте лайк, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. Мы начинаем. Любимчик миллионов, певец-шаман, выступил на концерте в самом сердце Москвы. В Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот торжественный вечер почетными гостями стали не только ветераны, герои Советского Союза и Российской Федерации, но также более 300 участников СВО, которые в данный момент проходят восстановление и реабилитацию. Концертная программа стала воспоминаниями тех тревожных, страшных лет, когда наш народ боролся за свободу и всеми силами приближал победу. Для гостей выступили более 30 артистов, в том числе Ирина Аллегрова, группа Любэ, Олег Газманов, а также Ярослав Дронов, он же Шаман. Шаман с песней «Встанем» открыл сегодняшний гала-концерт ко Дню Победы. Телеверсию концерта покажет Первый канал 8 мая. Во время выступления Ярослава весь зал встал, у зрителей в этом зале по щекам текли слезы. Это было без преувеличения очень сильное выступление. Мурашки по коже. Это выступление на всю жизнь запомнит не только шаман, но и все зрители в этом зале. А вот после выступления шаман пообщался с журналистами. Вот что он рассказал. А у нас вообще, когда я был маленьким, была традиция. Мы шли на стадион, и я там выступал. Я выступал с самого раннего детства, а потом мы шли смотреть салют, рассказал Ярослав. Однако за последние годы многое все же поменялось в его жизни. Артист признался, что познакомился с новыми людьми из шоу-бизнеса. Недавно я зашел в гримерку, а там Лепс, Газманов, Розенбаум, то есть те люди, которых я видел только по телевизору. Теперь я с ними общаюсь, поделился Ярослав. На этом все, уважаемые зрители. Что вы думаете про это видео? Пишите свое мнение в комментариях, ведь мы уверены, вам точно есть что сказать. И обязательно поставьте лайк, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. До скорой встречи!